сообщает ТАСС, заявили, что в Крыму об ущербе от Украины его финансовой и транспортной блокад направят соответствующие иски к Украине в арбитражный Крымский суд. Я, если ошибусь, конечно, буду очень рад. Но, похоже, в клипах в мире людям всем напоминания пословицы: когда в хвосте начало, то в голове мочало. Мой бесполезен будет труд, ой, которым я занимаюсь ежедневно с утра до вечера. Леночка, минутку. Все. Минутку. Ну что, денек опять хороший, теплый. Бабье лето у нас продолжается. Замечательно.